Огонь велся одиночными выстрелами одновременно в направлении военнослужащих Украины и сил самообороны. В ходе обстрела с обеих сторон есть потерпевшие, погиб казах самообороны и ранен второй. Со стороны воинской части погиб украинский военнослужащий и ранен второй. Преступники с места преступления скрылись. В настоящее время на месте происшествия работает 5 следственно-оперативных групп.